Глава МВД и член общественного совета пообщались с выпускниками 15 ведомственных вузов. В режиме видеоконференции курсанты из разных городов задавали вопросы об особенностях работы в полиции и социальных гарантиях сотрудникам правоохранительных органов. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал о планах создать новые подразделения туристической полиции, которая будет следить за порядком на популярных маршрутах и поможет гостям, в том числе иностранцам, оперативно решать возникающие проблемы. Прорабатываем вопрос об утверждении подразделения туристической полиции в таких городах, как Сочи, Санкт-Петербург, Казань. Потому что страна у нас красивая, большая, привлекательная. С каждым годом туристический поток все возрастает. И поэтому даже то подразделение, которое было создано в Москве с 2014 года, оно уже показывает, что этот опыт был правильный.